Дневник за 19 июня. Ну, фильмы я все те же в основном смотрю 2016 года. Вот-вот начнутся обзоры, может быть, даже и сегодня, ну или завтра. И, в общем, я решил все-таки летом вот это все про хронику кино добить, а современных фильмов пока не смотреть, потом снова начну. Из новостей науки вот увидел возможные гены старения. В Южной Калифорнии гены транспозоны решили, что они связаны с возрастными заболеваниями, 45% ДНК человека. Обычно в молодых их нету, в клетках, а вот в больных и в старых их много. Активность возрастает, но в основном они увеличивают иммунитет и так далее. Тут не совсем понятно, может быть, это организм борется со старением, вот и эти гены поэтому возрастают, да? Вот. А может быть, они вызывают старение. То есть в любом случае у старых активность этих генов увеличивается. Ну и возможно, если проблема в гене, то у нас сейчас генетическая инженерия развитая, да? Если докажут, что точно какой-то ген старение вызывает, то потенциально можно всех бессмертными сделать тогда. Потому что, в принципе, можно гены поменять человеку. И уже на всяких беспозвоночных и прочих примитивных существах постоянно меняют, да, особенно вот на бактериях. Поэтому, ну, об этом много, кстати, есть ли ген старения, это одна из проблем геронтологии, об этом много болтают. Ну, вот еще одно сообщение, что, возможно, нашли. По поводу мышления, есть сообщение, что психологи университета Стерлинга в Великобритании, как они полагают, нашли у шмелей способность к логическому мышлению. Логическое мышление при этом они определили как тип рассуждений, позволяющих решать проблемы с неполной информацией. Вот, допустим, у обезьян наличие мышления считается доказанным экспериментами с чашками. Значит, дела такие. Обезьяна должна была определить, под какой чашкой апельсин. Показывали чашки. Под одной чашкой, значит, апельсин. Но не показывали непосредственно момент, что поместили туда. То есть, если бы просто, значит, поместили под чашку апельсина, и обезьяна это видела, да, то это просто, значит, внимательность, да. А тут надо было на мышление. Под одной из чашек апельсин. Потом показывали, что одна чашка пустая, и ставили рядом третью чашку, то есть с тремя чашками. Значит, две чашки закрыты. Под одну из двух чашек поместили апельсин, обезьяна не знает под какую. Стоит еще третья чашка, обезьяна видела, что там апельсина нет. Просто чтобы запутать обезьяну третью чашку. Потом обезьяне показывают, что под первой чашкой апельсина нет. Вот логический вывод какой у человека будет? Апельсин под второй чашкой. Вот обезьяна тоже такой вывод делает. Но вот это считается, что у нее мышление, потому что она же не видела, что под второй чашкой апельсин. И вот всякие животные без мышления, они так не сообразят. То есть вот она вычислила, что под третьей чашкой точно нет апельсина, она видит, что нет. Под первой чашкой ей показали, что пустой, значит под второй. Вот это мышление. Аналогично, короче, провели со шмелями и тоже выяснили, что они примерно так же соображают. Ну, конечно, шмелям не показывали чашек, а помещали полоски. Шмели помещали их в трубочку, показывали им полоски, на одной есть сахар, на другой нет. И, в общем, считалось, что шмель выбирает, если он усиком или хоботком касается полосок, всячески его запутывали. И все-таки обнаружилось, что он, ну, короче, часть из них шмелей ошибалась, но вероятность правильного определения шмелем, где сахар, она была выше во много раз, чем при случайности. Поэтому вывод сделали, ну да, цвет им там меняли, короче, расположение этих полосок, чтобы шмель не запоминал по цвету или по расположению, а вот именно логически, короче, соображал. Ну, сделали вывод, да, что у насекомых есть способность к логическому мышлению, и часто у меня тут тоже на канале постоянные споры по этому поводу. Часто всякие опыты над животными, где животные до чего-нибудь догадываются, пытаются использовать как якобы обоснование того, что мышление не зависит от языка. Я тут на канале постоянно отстаиваю эту идею, что мышление и язык идентичны. Проблема какая с этими опытами? Здесь просто мышление определили как способность решать проблемы с неполной информацией. Но я не знаю, я сомневаюсь, что это мышление, потому что логическое мышление, вот можно мой курс матлогики, в общем-то, который просто по обычному учебнику Мальцева посмотреть. Логическое мышление – это способность оперировать высказываниями, а высказываний-то нет, раз нет языка. Значит, это не логическое мышление вот в нормальном понимании. То, что может некоторые животные развитые могут действовать в ситуациях с неполной информацией, ну понятно, могут действовать. Но вот я бы не называл это мышлением. Тут проблема в том, что мышление, так сказать, по-разному определяется. Если вот так определить, как они, то да, могут мыслить, но…
Если определить как рефлексию, то шмель не рефлексирует, потому что у него нет языка. Поэтому я лично мышление связываю с языком, потому что тут все понятно. Если язык есть, точно есть мышление. Основные формы мышления – это языковые формы, если мы их начнем исследовать. Там утверждения, отрицания, они все из языка берутся. Но, кстати, у пчел зачатки мышления есть, потому что у них есть примитивный язык. Я тут уже делал клип про язык пчел. Вот язык-то есть, и связь все равно языка с мышлением есть. У муравьев, по сути, есть язык запахов. Вот тоже же муравей, он не видел, допустим, что есть опасность для муравейника, а по запаху соседа он определяет, что они по запаху передают, что есть опасность. Или там они по запаху передают, что вот где-то там вот они нашли еду, а саму еду муравей не видел, он просто идет по запаху. Ну, трудно это языком назвать, инстинкт, конечно, но вот что-то вот есть тут от языка, да, символы. То есть запах является символом чего-то, а сам непосредственно не является тем, на что он указывает. Вот суть-то языка, что символы, что слово не является, допустим, чашкой, оно указывает на чашку. Вот что-то такое есть у муравьев и пчел, так что у шмелей тоже может что-то такое быть, и поэтому его способность шмеля догадываться не напрямую, где сахар, может быть с этим связано. Что касается обезьян, то обезьян их можно обучать языку. Поэтому как там мыслят обезьяны, мы не знаем. У обезьян точно самосознание есть, обнаружено многочисленными опытами. И обезьяны могут обучаться языку, эти многочисленные опыты тоже есть. Что-то там до 200-300 слов, довольно связанные тексты выдают, и предложения, и там и рассказы о себе, там и так далее. Но где-то на уровне 3-летнего ребенка обезьяна владеет языком. Поэтому тут вообще непонятно, что хотят тут сказать. Но то, что обезьяна, да, понимает, под какой чашкой апельсин спрятан, понимает, и язык у нее, в принципе, тоже есть. То есть соответствующие области мозга, которые могут усвоить язык, у обезьяны тоже есть. Поэтому, может быть, она как-то и рефлексирует в каких-то своих символах. Мы же не знаем, как она думает. Может быть, у нее какой-то внутренний язык тоже есть. Не такой не звуковой, да, может, какой-то вот такой свой. Так что тут тоже все неоднозначно. Так как я тут системно в последние дни выдавал про Испанскую революцию и пересмотрел еще фильм «Анархистки», как раз про каталонское восстание в июле 1936 года. Есть еще второй фильм неплохой про анархистов, уже про 1938 год, когда отступали. Тоже есть, но «Анархистки» – это фильм именно про само восстание. Вот, это про то, как монахиня стала анархисткой. Вот сцена, значит, она символически монахиню принимает в анархистки, повязывает ей красно-черный платок. Все, значит, будешь теперь наша. Там еще такое смешное есть, там эта монахиня на фронте, естественно, в составе отряда анархистов, в окопах сидит. Она пытается фашистам через репродуктор какую-то смесь анархизма и католицизма проповедовать. Ну, то есть, она, естественно, будучи монахиней, она тяжело переживает ту ситуацию, что испанцы убивают испанцев. Она говорит, ну, давайте мы им объясним, что это нехорошо убивать людей, Бог же сказал, не убей. Но анархисты сидят такие, ржут, ну, иди, объясни им, что людей убивать нехорошо, иди поговори с фашистами. Вот, она им что-то сначала что-то католическое говорит. Потом она им начинает читать из Бакунина чего-то там, ну, она у анархистов подначиталась. Классиков там Бакунина, Кропоткина. В общем, она это тоже восприняла как некую новую религию, надо выучить тексты. И лучше всех анархистов выучила. Сидит там постоянно на фронте и цитирует там Кропоткина, Бакунина, все выучила наизусть, как Библию. Пытается этим фашистам объяснить, они ее просто обматерили и слушать ее не стали. Вот. Ну, это вот сцена, это активистка Mujeres Libres, то есть анархофеминистической организации испанской. Вот примерно как это все выглядело, да? То есть это фильм про феминисток. То есть Mujeres Libres – это как бы одна из подразделений ФАИ, то есть направление анархизма, которое связано с женщинами. Но они подчинялись, естественно, руководству ФАИ. Там показано, что Дурути ими распоряжается, по сути. Но как бы они были отдельны, потому что они на женщин были ориентированы. Ну, естественно, они там выступали за освобождение женщин. Там конфликт показан, Дурути хочет их с фронта снять, считает, что бабы все бляди и заражают сифилисом ополчение. И они отказываются там с фронта выходить, говорят, о чем мы можем тут воевать. Там сцена это есть, что они с мужиками-анархистами немножко конфликтовали, но потом мужики их, да, упросили их с фронта. Они их не упросили же, там пришли же, блин, мавры их порезали. Даже, короче, не упросили их мужики, они остались упорно на фронте и там погибли.
А, кстати, я в клипе про 36-й год, про июль 36-го года немножко неправильно рассказывала сцену с проститутками. Просто я фильм давно смотрел, плохо запомнил. Значит, когда там непосредственно эти Мухаррес Ливрес к проституткам приходят, они хотят бордель распустить. То есть они им говорят, все, будете свободными, и несут всякую революционную херню, которую не понимают сначала проститутки, а потом они им попроще объясняют, и они этих проституток вывозят в Барселону, чтобы они там на заводе работали. Но потом, оказывается, проститутки им пишут на фронт, что проститутки сделали профсоюз анархистский и устроили там бордель в Барселоне, обслуживают анархистов, но теперь у них там все синдикализм. То есть не бросили эти проститутки, все, не пошли на завод, а сделали, короче, анархистский профсоюз и сделали анархистский бордель. Вот я немножко перепутал, я думал, что там они с самого начала анархистский бордель сделали, но нет, вот как-то вот так вот было. То есть сами эти феминистки, конечно, хотели, чтобы они перестали проституцией заниматься. Ну и трагическая сцена там в самом конце с этой монахиней. То есть они там остались на фронте, пришли марокканцы, всех перерезали, в том числе женщин взяли в плен, монахиню марокканцы изнасиловали. А испанский офицер увидел, что у нее там какие-то эти висят на шее какие-то штуки, обозначающие, что она монахиня. И поэтому испанский офицер, ну, фашистский, спас ее, короче, от изнасилования. Но ее бросили в тюрьму для проверки или чего, не могут, короче, разобраться. В тюрьме анархисты, часть из них уже скрывается, и лежит ее подруга-то, которая главная анархистка, лежит с перерезанным горлом. И эта монахиня плачет и говорит, скажи мне что-нибудь, не оставляй меня одну в этом мире. Ее как бы учительница анархистка, да? Она ничего сказать не может, и эти рядом мужики говорят, она ничего не скажет, ей марокканцы горло перерезали. И вот на этом фильм кончается. То есть перерезали горло народу, смысл какой, да? Что испанский народ, он шел к идеалам социальной революции, и, в общем-то, лучшие его силы такие, как вот монахиня. Монахиня что означает? Традиция испанская, да, католическая, там все. На самом деле лучшие пошли за это, и фашисты им просто перерезали горло. Такая вот сцена символическая и довольно сильная. Ну, вообще, конечно, хороший фильм о 36-м годе, рекомендую как дополнение к моим клипам. Сами испанцы непосредственно в Барселоне сняли все, что там в Барселоне происходило. Читал еще Акунин «История СССР», дочитываю. Ну, вот конкретные цифры по роли США в индустриализации. Ну, про дисбаланс советской экономики 30-х верно, я по это подробно рассказываю, поэтому был и голод. Что, в общем, все ресурсы бросили на индустриализацию, а не подогнали, сельское хозяйство не развили. Как раз и Бухарин, овладев, в общем-то, экономической теорией, он объяснял, что нельзя так. Что должна быть сбалансированная экономика, если мы хотим ее развивать. Надо параллельно хотя бы, чтобы было сильное сельское хозяйство, тогда не будут голодать рабочие на предприятиях. Ничего этого не было сделано. Просто государственными методами сосредоточили все на развитии промышленности, в результате и был голодомор. Да? Ну, вот еще про голод, о том, что самый сильный голод был в Украине, и высказывания историков о том, что голод в Украине, он носил также национальную окраску, и параллельно прекращалась украинизация, то есть параллельно с голодом громили тех, кто поверил в 20-е, что большевики действительно хотят украинский народ восстановить, украинский язык развить и так далее. Всех их обвиняли в национализме, параллельно с тем, что украинское крестьянство умирало с голода. Вот, и начинали русификацию. Еще раз тут должен сказать, что почему это такая ненависть вот к украинской-то особенно культуре? Потому что она крестьянская. Вот все-таки есть социальная природа языка-то, она есть. Вот язык российский – это язык бюрократический. Поэтому навязывание российского языка – это навязывание бюрократических идеалов. Он создан бюрократами. А гонение на украинский язык – это гонение на язык крестьян. Несмотря на рассуждения всяких капиталистов о том, что язык социальной природы не имеет, он имеет социальную природу. Потому что когда кодифицировали украинский язык, то собирались с сельских диалектов. Это язык тех, кто работает, язык трудовых людей. А многие другие языки там созданы как-нибудь искусственно или созданы на основе языка бюрократов, как и российский язык и так далее. И это важно, что как вы яхту назовете, так она и поплывет. Поэтому, уничтожая крестьянство украинское, естественно, уничтожали и тот язык, на котором это крестьянство говорило, а именно украинский язык. Ну, вот еще налоги на крестьян при НЭПе. Можно посмотреть, это дополнительно к моим клипам. То есть, в принципе, вот во времена НЭПа они платили примерно 20% крестьяне.
А во времена колхозов они 30% отдавали государству и во время войны в два раза увеличили. Потом треть они оставляли где-то на колхоз, и доля непосредственно этих крестьян где-то 25%. То есть 75% колхозник непосредственно не получал. Но правда, то, что на колхоз, да, они могли там купить оборудование, чтобы улучшить производство, но сильно не улучшалось в таких условиях, когда треть государству, сильно эти трактора там таких чудес совершенно не делали. Надо же организованно все это еще как-то организовать, ту работу на тракторах там с применением современных средств, да. То, что у них как бы на общее дело шла где-то, ну, да, от трети до половины, да, не сильно помогало увеличить вот те 25%, которые реально крестьянам оставались. Поэтому это даже более сильно, чем при крепостном праве, верно пишет Акунин. Ну и надо сказать, что все-таки выделили эти приусадебные участки, и фактически крестьяне жили за счет приусадебных участков, и особенно в войну. В войну практически все забирали в колхозе, ничего не платили. И за счет приусадебных хоть как-то вот колхозные рынки работали, там были огромные цены, но горожане даже что-то покупали. Такие вот дела. Ну и у меня вопрос к тем, кто эти читает новости. Тут нам с сибирской Википедии одного говнюка надо убрать полностью, чтобы даже вклада его не было. Он там совсем охерел, этот говнюк. И мы решили и его проинформировали, что мы вообще с ним никаких дел не можем иметь и не хотим. Просто хотим от этой грязи очиститься. Он там еще и нацист, к тому же нацистских убеждений. Помимо того, что он еще лично с нами конфликтует. Ну так вот, там надо убрать вклад на Википедии, я же администратор сибирской Википедии. Но там достаточно большой он у него, если вручную сидеть и каждую статью удалять. Просто у меня уйдет время. Конечно, я этим буду в отпуск заниматься, но все равно мне и в отпуск неохота время много на говнюка тратить. Там, похоже, день придется посидеть. Может, кто-то знает, как автоматически на Википедиях убрать просто вклад участника, просто там нажать одну какую-нибудь кнопку. Вот я, конечно, все обшарил, кнопки нет. Может быть, что-то там надо прикрутить или что-то еще сделать, просто что-то нажать, какого-нибудь бота или что запустить, чтобы просто убрать весь вклад, который один человек сделал, просто по вот этому признаку, что этот вклад того человека, весь вклад убрать. Вот. Я и поискал в интернете, ничего путного пока не нашел, но должно же быть, я слышал, что они такое применяют, и делают это, убирают они вклад на больших-то Википедиях. Вот, если кто-то знает, пусть мне напишет или в комменты, или по моему e-mail, который есть в профиле канала.